Hey, okay, с вами Шмаки, мы продолжаем проехать тир под названием Полоски. Либо Принитрайп. Короче, я тут звездочку нашел, вот мы ее подобрали как раз. Она, получается, улучшает наши, как я понял, характеристики добра. Больше мы ничего такого с вами, считайте, не нашли. Тут два пропущенных предмета и... Ну, не так и много, но что-то еще. Есть два варика, ребят, что мы можем сделать. Во-первых, мы можем пойти наверх, потушить остальные провода. О, собачка. Либо я могу сделать так и пойти спрыгнуть вниз, куда там было куда-то что-то. Старая Библия? Red Russian. Папа. Так, we are some so sorry for your loss. Мы очень извиняемся за твою ошибку. 2. Самуэль. 9-8. Это, походу, ребята, код для того, что мне нужно. Что вот это вопрос? Ним как-то можно взаимодействовать, как я понимаю. Вау. Брейт, дай. Дверь заперта, но золотой висячий замок. Дверь заперта на серебряный висячий замок. А, все, я врубился. Правильный ход мысли, Тед. Я не понял вообще, что произошло, но я думаю, так и надо. Туда я попасть не могу, я могу спрыгнуть. И, в принципе, я могу это и сделать. Я понимаю, что мне нужно будет туда тоже вниз спрыгнуть. Ключ я заберу, подожди. На обратном пути, когда я спрыгну теперь отсюда. Игра на самом деле не такая уж длинная, поэтому я попытаюсь собрать все, что здесь есть. По крайней мере, попытаюсь. Серебряный ключ. На ручке выгравлена крошечная буква R. Так, песенка, давай мы с тобой, наверное, пойдем откроем подарочек. Как ты на это смотришь, а? Хотя я туда все равно по факту вернусь, когда мы с вами пойдем покупать пулемет. Так, это мне к дому нужно идти точно. Портрет причесанного типчика. Папа? Это ты? Папа, помоги! Вот тут еще можно что-то включить. Проигрыватель покрыт красными перьями. Пластинка под названием Miss Barbie Bonded. Интермеццо и прочие раздумья. Играть. Эта песня называется «Последняя улыбка». Знаете, такая песня грустная. И знаете, именно такой смотришь в окно, да, вот как сейчас. Идет дождь.
Все капает. А, и мы, заметьте, эту звездочку повесили себе на этот плечо. Да, здравствуют мои сиськи. Мисс Птичка. Душа Тедди. Это ты? А, душка. Да. Вот так встреча, Тедди. А где мой маленький подруга Бо? Дики сказал, что... Что, правда? Бойс Дики тебя обманул. Ох. Так, ты мне из этой штуковины вычитаешь или нет? Нет, спасибо, голубая попа. Конечно же. Ба, он ее сейчас унесет. Надо понимать, ты это хотел сделать? Как бы там и не было, ты, возможно, ее убил. По крайней мере, ты был с ней мил перед тем, как она разбилась. Она в самом деле была милой старушкой. Она в самом деле была... Скажи пару слов, Джорджа. Мисс Берди, да вас парит ее душа навеки вечной, на небеса, оттуда в рай. Аминь. Бля, я не собрал. Ох, ох, Тедди, это безумие. Угу. Да, ну, Дики, что-то хочется тебе сказать, правда, Дики? Я соврал. Просто хотел, чтобы мне помогли найти мою кружку Берди. Но где Бо? Пинстрайт живет в красном русле. Это озеро в глубине ада. Боюсь, она заперла твою милашку Бо в своем жутком бесходном доме. Хорошо. Чтобы туда попасть, тебе понадобится свет. Посмотри. Посмотрим. Сгожусь ли я еще на что-то? Ах, о, да, вот. Как-то вечером мы с Бо играли в ее игрушки, и она дала мне этот странный кусок бумаги. Интересно, поможет ли он тебе найти свет? Подсказка может рассмотреть позже, если вы о ней забудете. Пароль написано, то есть. Видите, в нижней части экрана мигает значок подсказки. Да. С его помощью можно рассмотреть все найденные вещи подсказки. Обязательно рассмотрите все как следует. В любом случае, встретимся в красном русле. Мы точно найдем Бо, радость моя. Десять. Типа это первая, да, цифра? А, 10 таблеток, подождите, 10 таблеток, там было написано на таблетках 3 и 4. Значит, 10, 3 и 4. Это что за какой-то? Фу, помет маленькой леди. Если она попадается на глаза, обязательно нужно на нее запрыгнуть. Спасибо за подсказку. Бля, сейчас бы прыгать по кокулькам. А мы сейчас вернемся с вами назад. Для того, чтобы... Блин, я почему-то думал, игрушки это как раз кот, который нам... Тед, помнишь тот ящик с игрушками в дереве в Эджуде? Может, он связан с подсказками, которые оставила мисс Берди? Что мы нашли ее свет? Какой свет? Окей. Не хочу спрашивать, потому что я знаю, о чем он говорит. Я хочу пойти забрать... Как не сюда же, да? Всё. Теперь можем идти куда там надо. А если сюда спрыгну?
Ничего не произошло. На самом деле я офигею собирать... А, подожди, там же парень улетел куда-то. Ну, смотрите, эта херня разрушается. Опа-на, это что за херня? Это жопа и... Ау. Молодец, у него ягодицы рикошетят. А что делать? Ну я понимаю, умирать мне нельзя, как бы. Понятненько. Так по нему, оказывается, нужно было стрелять. Ну, не стрелять, а прыгать. Туда мы сейчас не пойдем, потому что нам нужен свет. Ну, там что-то в окне появилось. Ну, блин, все равно факт того, что мы будем сейчас бегать туда-сюда по кругу. И монеточек этих, я думаю, мы 1000 соберем, но это будет довольно долго. Если смотреть, что каждый кристаллик дает всего лишь один. Но тут все равно, видите, есть проход, куда можно будет потом попасть, поэтому... Скорее всего, мы потом туда уж пойдем с вами. Так, это не то место, подождите, нам нужно вернуться аж к дому, где холодное дерево было. И походу я понял, как вот это все ломается, вот эти. Мне нужно поджигать, типа, скорее всего, там бумага, о которой шла речь. Мы будем ее пулять, и тут есть специальные участочки с костерчиками. Ну или что это за пьедестал, я не знаю, как это назвать. Так, 10, 34, да? Я понял, стоять. И 10 и таблетки от игрушек. Ойс. Супер секрет 10 10 43, ну правильно. Может, 34. Я не знаю. Чё-то я не шарю.
3-4. Есть таблеток? Пять, ноль, ноль, один. А, смотрите, здесь цифра отдалены друг от друга. Значит, 3, 10, 4. 3, 10. 4, 10, 3. Классный налобный фонарик. Зарисован чем-то вроде цветочков. Выберите значок для включения и выключения. F. Okay. А если сюда... А, сюда пойти нельзя. Окей, теперь у нас есть фонарик. А я все равно сюда вернусь, смотрите, вон еще есть проход. Ну, в принципе, мне теперь просто бежать. Да что, блин, вот если бы я мог бы сюда запрыгнуть. А я ни туда, ни сюда не могу запрыгнуть. Наверх я тоже как бы пробраться там не могу в проходе. Ну, а пока что я, походу, не способен на какие-то такие сильные вещи. Единственное, что меня раздражает, это долгие загрузки, после которых у меня потом идет типа вылета. Так, у нас фонарик есть, поэтому можем сюда бежать. Ого, нихера, скримаки пошли. Привет, Тед. Должен сказать, я сильно впечатлен. Где Бом? К сожалению, Бо проверил какое-то время. А провел какое-то время в моем приходе. Надеюсь увидеть твое мельчальшивое личико на церемонии. На какой церемонии? Церемонию удочерения, жалкий тупица. Да-да, парнишка. Вот это его финальное движение, конечно. Удар по паху своим уже такой. Да уж. Не, ну смотрите, есть типа одна пасхалка, это отсылочка на Шерлока и Холмса. Типа к игре уже можно отнести плюс. Дверь закрыта, на зато висящий замок. А внизу что-то есть. Портрет вычерного модника. Замечу, что это... Портреты, которые мы находим, это те, кто находится вообще вот в зданиях, походу. Дверь заперта при помощи какого-то механизма. Он набухает, да? Он уже должен прийти, так? Он должен еще фруктов принести. Тут написано сейф, сохранить. Странная вещь, ладно. Блин, мне бы автомат Томпсон.
Дэдди. Я очки нашел. Похоже на мешки, которые мы скормили дереву. Дживи. Такой огромный. Похоже, он спит или вроде того. И пахнет яйцами. Вот здорово. А, это нужно было просто вести Дэдди, я понял. Ну, если бы оно сбрасывалось, тогда да, оно имело бы смысл. А так оно не сбрасывается, поэтому... Для чего оно? Подождите, а что тут написано? 366. Это старик и милая леди пришли здесь всего лишь минуту назад. Они сказали, что ты уничтожишь Пеннитрайпа. Не делай этого, приятель. Только благодаря ему я тут бурной жизнью живу. Он должен прийти с минуты на минуту, так? И мне еще мешков принести. Здравствуйте, отец. Здравствуйте, счастливый. Что вы думаете об этой системе пещер? Классно. Думаю, у Пеннитрайпа там кипит бурная деятельность. Все равно чертовски холодно. Готов мама поклясться, что под землей было быть теплее. Кстати, господин, Пеннитрайп дал мне дополнительный костюм. Позвольте посмотреть, здесь ли он? Точно, точно, вот он. Я продал вам это запасной костюм за 500 мёрзлых капель. Мистер Пеннитрайсепсад. То есть на самом деле это мы, да, мистер Пеннитрайпс? А вот у меня вопрос, а если я вниз упаду? Чуешь этот запах, Тед? Пахнет яблоками? Как-то мне особо чую. Как бы не особо чую. Люблю сыр, пироги и все, что пахнет мясом. Ага, извини. Пойдем. Пока мы не пошли туда, я хочу одну вещь проверить. Да, я могу сюда упасть, но не больше. Это я не могу подпалить или сорвать. Блин, а можно назад? О, стой, 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 там был секретный пароль. А это please просто написано. Ладно, погнали наверх. Будем потихоньку все делать. Так, и тут еще проход есть. А, здесь нет. Еще один генератор мешков. Ой.
Берегись зубов. Фу, это пахнет неразбавленным молоком. Дверь заперта при помощи какого-то механизма. Ванна? Тед, по-моему, там что-то есть. Ну, парень просто принимает душ. Я вот это не понимаю, как ломать или взорвать их. Кстати, а там в другой стороне что-то было, я забыл. А, да, мы там сломали, все вспомнил. Так, а теперь вопрос, а что здесь? А, так это... Там надо навестить, чтобы это был код. Код, please me. Там было Стави... О. Я понял, зачем эти теперь шарики. Они не просто так были. Так. Дэдди, please save me. Папа, пожалуйста, спаси меня. Тебе понравились мои маленькие послания на стенах? Я просто ничего не мог с тобой поделать, Тед. Отведи меня к Бо. Бо, моя. Глупый индюк. Папа, папа, спаси меня! Прости, Бо. Твой папа бегает вокруг как бестолковый дурак. Я не могу дождаться церемонии. Твоя маленькая бледная личка зальется слезами, Дэд. А мое тело будет просто дрожать от удовольствия, когда я это увижу. Лединг, 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 лединг. Надо просто от этого не убегать. А, так она восполняет немножко... Нет, не восполняет. Тогда не знаю. Мне как-то нужно подпаливать эти факела. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Добро пожаловать в Описюкин, где живет змеюка Описюка, которая любит все описывать. Билет на подъемник к красному руслу стоит 300 мерзлых капель. Похоже на газопровод. Газопровод идет к Эдварду, голодному перелаву, мешка спуску, описюнгу и красному руслу. Вот это идет уже отсылочка на Flappy Birds. Прикольно. Это у нас уже вторая, да, с вами отсылка идет? О.
Видите, теперь мы с вами поджигаем. Интересно, но везде зажглось. А, да, там же было везде написано. Все. Блин, мне бы билет купить, на самом деле. Ну, блин, 300 монет стоит, а у нас таких нету денег. Как бы то ни было. Но зато мы с вами получили способность все-таки поджигать объекты. А, так тут есть по десятке. А, это подожди, это по десятке или по... Не знаю. Ладненько, давайте, короче, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.